Ага, ну-ка, пап, покажи, чем ты там занимался. Вот еще 10. Ну, я деньги рисовал. Деньги покажи. Покажи, покажи. Прошивом магическим занимался. А ты что, всю мою листочек разрисовал-то? Я тебе дала только ту сторону. Жень, это, Дим, подожди. Я тебе только одну сторону дала, там же мои рисунки были. Рисунки. Ну, убери, я не вижу. Мои, по-моему, там были рисунки. Это я не вижу. Берут вот так вот монеты, да? И делают такую вот красоту. Еще велосипед отрезали. И вырезают. Так. 500. Ну, уже 500 там. Давай, давай, папа рисуй тогда. А ты мне сделай мне два. И получается вот такие. Ну еще один. Я тебе нарисовал новый. А ты если вот эти. Ты теперь богатый стал. Который ты не отрезал, а ты есть. А ты вырежешь? Ноль. Папа хитрый. Вырежу. Он пользоваться ими не умеет, да? Ну, как сделать ребенку деньги? Вот так и сделать. Давай, давай. Захочешь, научишься, да? Угу. Уже купил. Как плохо, когда сломался чайник. Я вот этот вот чайник пол-литра, 500 миллилитров кипячу уже, наверное, раз пятый. Раз пятый нам просто не хватает за все утро с ребенком. Там надо налить обязательно вот сюда вот в бутылочку. Вот она сейчас остывает. Здесь сюда я налила. А, кофе я себе сделала. Чай тут. То есть, да, вот чай. Да. Вот. Сейчас мы хотим еще раз заварить его второй раз, этот чай. И чтобы нам потом хватило на обед, да? Не это сломалось, а вот этот чайник. Да, вот этот вот. У нас сломался и все. Не, ну, естественно, он не работает, он отключен. Сломался. Неожиданно. Ну, сломался бы в прошлом году, да? Хотя бы цены, когда были более-менее, сейчас они 3000 почти стоят. Ну, папа хотел его проверить, ну, он сюда поставил, а его хотел протыкать, а мама его забрала. Угу. Папа его хотел унести, вот я понесу, говорит, к тебе в комнату его поставлю. Зачем мне, говорю, он в комнате нужен? Говорю, пусть здесь стоит, не знаю, попробую дать объявление, может его выкинуть, это проще. Проще всего взять и выкинуть. Может, на запчасти там какие-нибудь. Кто-нибудь может вообще починит, кто рукастый, мужики. Он еще кипит так. Здесь у меня весь холодильник мокрый. Вода спускается туда. Вот я полотенце тут постелил. Полотенце у меня уже мокрое вообще. Этот так не кипел. Этот вообще. Вот какой-то витек. Это у нас чайник просто походный. Такой вот. Когда мы куда-то едем. Вот в Сочи, когда ездили, его брали. На теплоходе едем, его берем.